Друзья, всем привет. Всем приветище. Гномик жарится на солнце вместе с лягухой. Ох, и жарко на улице. Бедные мои коты. Они то на бетоне лежат. Считаешь, он похолоднее, чем везде. А бетон все равно горячий. Ох, как красиво цветы расцвели. Какой такой яркий. Яркий свет. Цвет, вернее. Беленький. Тут еще листья такие, как лаврушка. Похожие чуть-чуть. Красивые. Так. Это у нас Люся. Люся. Привет. Это у нас Рудик улегся. Хвост торчит. Рудик. У него хвост живет своей жизнью. Так, ага. На когтеточку пора. Какой молодец. Люди когтеточки покупают, а у нас все естественное. Бабочка села. И Рудик на нее устремил свой взор. Да, Кися? У-у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 -
Тут у нас сымик отдыхает. Кисюня. Только что так покушали плотненько. Но не всегда, вот под вечер плотненько едят. Чтобы оно хорошо переваривалось. Да, кися? Ого! Немного полили огород. Наступает прохлада. И они обалдеют. Собакин сидит, меня ждет. Да, говорит. Да, говорит. Это пуня тут велосипедного типа. Слушай, ты ешь как не в себя. Боже мой. Вот это да. От жары все коты похудели немножко. А, шо? Ладно. Сейчас будем тебя чем-то другим кормить. Откармливать. Манюня нарисовалась. Привет, кошка. Привет. Ты откуда вылезла? Там только что тоже поливали лужайку с той стороны. Так она там, наверное, на прохладном воздухе. Что? Пахнут пальцы, да? Пойдем. Коты не захотели. Остались дома все. А им даже лень двигаться, чтобы не терять такие с таким трудом приобретенные калории. Ну вот осенью, зимой много едят. А сейчас вот ну, один раз, может, в день зайдут, покушают и идут опять валяться на диване. Взял с собой кусочек хлебушка. Да что ж такое? Кто это делает, мне интересно? И зачем? Не можешь же просто так этот мухоморчик упасть и перекатиться. Взял с собой хлебушка, сейчас посмотрим, будут ли у нас тут наши лебеди плавать. Кто это у нас здесь тут сдерется сбоку? Не видать. Небо ясное, вода чистейшая, теплейшая. Вот сколько уток. Не видно наших друзей, лебедей. Уток тоже особой движухи нет. Вот там, под тем берегом, вижу, они просто тупо на месте стоят. Или плавают на месте. Не, в общем, не двигается без движения. О, квакуха голос подала. Вижу маленькие-маленькие рыбки. Да, жара. Еще числа до 15 будет такой пик жары. Потом будет вроде как немного полегче. Сказать, что я удивлен, это не сказать ничего.
Собакин лежит и не подходит даже. Для того, чтобы я его как бы не приглашал посидеть, пока здесь будут лебеди тут кормиться. Он лежит там сразу. Иди сюда. Иди, моя собака. Я же тебе не говорю, чтобы ты сидел там. На тебе вкусняшку за это. Вот молодец. Да, да, молодец. Эх ты. Это ж надо без команды, сам самостоятельно. Лёха лежит. Кушай, кушай. Не буду тебя отвлекать. Да, да, кушай. И ты, мой ты кореглазый. С той стороны вижу, столько чаек плавает, летает над водой. Хотел сказать, плавают. Много их там. Ребенок чувствует себя уже повзрослевшим человеком. Вчера даже себе сварил супчик. Сегодня его разогревал, кушал. А то ж дома. А что, это вчерашний суп? Да. И смотрю, так крутит носом. А тут голодуха придавила. Так он разогрел даже себе суп. Да, взрослеют наши дети. Летают ласточки низко-низко над водой. А вон какая-то птичка. Ух ты, какая она красивая. Камера, я думаю, не передаст, но я видел. Такой у нее ярко-бирюзовый с перламутром цвет спины был. Яркий такой хвост оранжевый. Красивая. Вот как у нас отражается в воде небо голубое. Да, красота, да и только. И вот несмотря на присутствие ветра, вообще никакой свежести. О, как солнышко. Сейчас где-то около 19 на момент съемки. Около 7 вечера. Ну, сейчас думаю, туда-сюда. И в какой-то промежуток времени вечером выходишь, так вроде еще светло. Выходишь через 5-7 минут, хуп, уже такой, такие плотные сумерки. Собакин только прогулялся со мной. А все остальные лентяи где-то там сидят. Сейчас найдем. Люся только навстречу вышла. Люся, Кисюня. Вчера был на вокзале, когда ребенка отвозил. Смотрел, как голуби кушали черемуху. Они так облепили ветки, садятся на ветки, так они хвостом балансируют своим. И кушали так с таким удовольствием черемуху. Черемуха уже поспела, такие гроздья черных ягод. Ну, не знаю, наверное, вкусно им. О, рыжуля здесь. Лентяи, что вам, лень шевелиться, да? Их ты, ух ты мой кот. Пойдем, друзья, в дом. Там попрохладнее. Всем огромное спасибо. Всем здоровья, мира, добра. Всем всего самого наилучшего. Остаемся на связи. Всем-всем пока.